Красиво, качественно, прочно. Три основных принципа, от которых электросварщик Алексей Полегенько не отступает в своей работе в цехе РКЦ «Прогресс». Сварка – дело ювелирное. Соединять приходится разной толщины детали. Чтобы шов был красивым и держался прочно при любых нагрузках и положениях. И думать о том, что нашей работой будут пользоваться другие люди, как бы это космонавты и ракетоноситель тоже. Зависит от мельчайшей детали даже, которая может подвести. Так что не должна она подвести и должны очень качественно сделать свою работу. Команда молодых рабочих РКЦ «Прогресс» готовится к состязаниям в профессионализме. В Самаре открывается второй корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмос-2017» по стандартам WorldSkills. Ближайшие 4 дня обещают быть жаркими для участников. Это очень и очень важно для того, чтобы у себя в отрасли сделать все для того, чтобы могли люди получать и повышать свою квалификацию и стремиться достигать в своих профессиях самых лучших результатов. В этом году участие в чемпионате принимают 28 предприятий отрасли. Это 124 участника из 15 городов России. Сегодня очень сильно умнеют станки, механизмы, приборы, но они все равно при всей своей наполненности вычислительной техники и так далее определяются, качество определяется тем, кто управляет этим станком. Первый корпоративный чемпионат проходил на базе ракетно-космического комплекса «Энергия» имени Королева. В этом году на Самарском РКЦ «Прогресс». Это главное предприятие по созданию космических аппаратов зондирования Земли. Сейчас завод рассчитывает на участие в новом проекте – создании ракет супертяжелого класса. Сегодня тот конкурс, который проходит, это тест отрасли и тест предприятий, и тест всех молодых специалистов на готовность участия в новых серьезных проектах и для России, и для всей космической общественности. В четверг станет известна команда, какого предприятия лучше всех справляется с работой и кто увезет с собой золотой кубок чемпионата. Марина Матвеевна, Константин Головин, «События».